В чем преимущество шампуня Сульсена перед другими средствами против перхоти? Белые чешуйки на шевелюре приносят вам дискомфорт и заставляют отказываться от темных вещей. Самое время принять бой, прибегнув к тактическому решению покупки шампуня Сульсена. Это средство призвано избавить от шелушений на коже головы и устранить воспалительный процесс, спровоцированный сибарейным дерматитом. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Как работает Сульсена шампунь, мало кто знает, но в большинстве случаев перхоть появляется из-за активного размножения грибка. Петероспорума на коже волосяных покровов. Микроорганизм разрастается и формирует колонии, поскольку сальные железы выделяют чрезмерное количество кожного сала. Лечить перхоть нужно комплексно. Сначала устраняют первопричину, приводящую к ее образованию. Это могут быть постоянные стрессовые ситуации, гормональный сбой, авитаминоз, резкая смена климата, неправильный обмен веществ. Поэтому человеку нужно сесть на диету, исключить нервные расстройства и стабилизировать гормональный фон при помощи медицинских препаратов. Одновременно с подобной терапией следует бороться с развитием грибка и отшелушить роговевшую дерму. Именно шампунь от перхоти Сульсена берется помочь вам в этом. Шампунь Сульсена действует в четвертых направлениях, достигается цитостатический эффект, то есть налаживается работа сальных желез. Кроме того, секрет не только выделяется в нужном количестве, но и уменьшается рост ороговевших клеток верхнего слоя дермы. Таким образом, перхоти становится намного меньше. Осуществляется фунгицидное воздействие, убивается грибок Петероспорум, благополучно размножающийся на коже головы. Во-первых, ликвидируется сам грибок, во-вторых, уменьшение выделения секрета устраняет благоприятную микрофлору для развития микозов. Кератолитический эффект. Медики определили, что во время сибореи происходит отшелушивание клеток до потери ими влаги. Этот процесс приводит к раздражению кожных покровов, что сопровождается зудом, покраснениями и другими проблемами. Суспензия против перхоти ускоряет регенерацию кожи и устраняет воспалительные процессы. Происходит легкий пилинг ороговевших чешуек, что позволяет коже быстрее освободиться от накопившегося бремя в виде белых хлопьев. За счет этого улучшается доступ кислорода к фолликулам и волосы перестают активно выпадать. Сера, которая находится в составе сульфатов, оказывает благоприятное воздействие на волосяной фолликул, способствуя росту волос. Она не смывается даже после мытья, поэтому продолжает действовать на коже головы, оказывая свое лечебное воздействие. Средство показано при перхоти, дерматомикозах, чрезмерной жирности локонов, воспалительных процессах на коже головы, сопровождаемых зудом, лишае, жирной сибореи. Если вы предполагаете, что у вас развивается грибок, по поводу применения лучше посоветоваться с дерматологом или трихологом, поскольку дисульфид селена действует не на все виды микроорганизмов. В состав и преимущество основным компонентом средства Сульсена выступает дисульфид селена, который не только устраняет грибок, препятствуя его нормальному питанию, но и налаживает работу сальных желез, так сказать, борясь с первопричиной возникновения микозов. Другие компоненты, лауреосульфат, конечно же, не лучшее, что может быть в лечебном шампуне, но здесь он содержится в малых количествах. Предназначен для получения пены, салициловая и лимонная кислота, которые призваны сузить поры фолликул, что в дальнейшем обеспечит силы рост ваших локонов, бензиловый спирт, хотя и является мощным антисептиком, все-таки относится к разряду консервантов, поэтому может пагубно отразиться на здоровье пользователя, различные отдушки. Плюсы и минусы. Среди положительных сторон можно отметить невысокую стоимость, легкость в нанесении, целебный состав быстро пенится. И достаточно просто смывается, устраняет не только грибок, но и подавляет синтез сибума, нормализуя работу сальных желез, улучшается внешний вид шевелюры, волосы меньше выпадают, уходит чрезмерный лоск, а локоны становятся мягкими и послушными, быстрый эффект уже. Через 2 недели заметен положительный результат. Минусы – не очень приятный аромат, который способен задержаться на ваших локонах до 3 дней, убивает не все виды грибка. В качестве аналогов средства Сульсена можно воспользоваться кремом Skin Cap, серной мазью, шампунями Микозорал и Незорал на основе сильно действующего кетоконазола. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Цена для лечения нужно приобретать 2% шампунь Сульсена, для профилактики будет достаточно 1% активного компонента.
Производителем этого препарата может быть фирма Амальгама Алые Паруса Украина или Мира Россия. Стоимость средства составляет 100-340 рублей. На конкретную цену влияет объем упаковки 75 миллионов 100 тысяч 150 мл, процент дисульфида селена 1 или 2%, марка производителя импортная. Продукция будет чуть дороже отечественной. Шампунь Сульсена купить можно в обычных флаконах, которые помещаются в картонную коробку, где производитель указывает основные составляющие. Способ применения и особенности хранения. Шампунь-паста продается в небольших тюбиках. Противопоказания: шампунь Сульсена – слабоагрессивное средство, минимально воздействующее на кожу головы. Оно практически не вызывает аллергических реакций, разве что у человека может проявиться индивидуальная непереносимость отдельных его составляющих. Чтобы проверить чувствительность кожи на компоненты шампуня, нанесите несколько капель суспензии на запястье или внутреннюю сторону локтевого сгиба. Ожидайте порядка 10-15 минут, затем осмотрите место локализации. Отсутствие покраснений, отека, крапивницы и зуда дает зеленый свет для активного применения лечебной косметики. Побочные эффекты: сжение в области нанесения, легкие покраснения кожи головы, наличие мелких красных прыщиков, изменение цвета волос. Как только вы прекратите применение шампуня, все эти симптомы тут же исчезнут. Возрастные рамки использования шампуня Сульсена не ограничены, поэтому он подходит даже детям. Средство одобрено Минздравом РФ. Хранить флакон нужно при комнатной температуре. Не оставляйте шампунь в ванной комнате, поскольку из-за повышенной влажности его содержимое может прийти в непригодность. Как нужно пользоваться, применять шампунь в борьбе с перхотью – одно удовольствие. Нужно запастись несколькими минутами свободного времени и строго следовать рекомендациям производителя. Инструкция по применению: смочите ваши локоны слегка теплой водой. Теперь распределите немного суспензии на волосистой части головы. Вспеньте ее. Аккуратно массажными движениями втирайте шампунь в кожу головы на протяжении 3-4 минут. Оставьте средство активироваться на голове примерно 11-12 минут, так советуют пользователи. Производитель же подобный пункт упускает. Смойте под обычной проточной водой. Курс лечения составляет 1-3 месяца в зависимости от стадии запущенности перхоти и полученного результата. Наносить целебную суспензию нужно каждые 3 дня. Этот шампунь можно с легкостью использовать для профилактики. Осуществляйте мытье головы при помощи лечебного шампуня Сульсена, чередуя с обычной процедурой мытья шевелюры. Использовать средство нужно раз в неделю, а превентивные меры проводить осенью или весной, когда ваш организм претерпевает существенные перестройки. Эффекта от применения многие пользователи отмечают моментальный эффект. Те, у которых наблюдался себоррейный дерматит, утверждают, что уже после первой процедуры мытья головы исчезает неприятный зуд, вызывающий непреодолимое желание постоянно почесывать шевелюру. По истечении вторых недель количество перхоти уменьшается в 2 раза. Кроме того, наблюдается оживление волос. Они становятся мягкими на ощупь, излучают здоровый блеск и легко расчесываются. Таким образом, приобретать средство или нет, решать вам. По отзывам пользователей, препарат достаточно прост в применении и оказывает положительный эффект. Но не всем подходит данная суспензия, ведь убивает она не каждый тип грибка. Именно поэтому лучше всего перед покупкой проконсультироваться с дерматологом, ведь причины перхоти могут крыться в нарушении работы отдельных органов и систем. Лечебные шампуни от Сибории. Лучшее средство от перхоти. Как работает Сульсена шампунь? Мало кто знает, но в большинстве случаев перхоть появляется из-за активного размножения грибка Пятероспорума на коже волосяных покровов. Микроорганизм разрастается и формирует колонии, поскольку сальные железы выделяют чрезмерное количество кожного сала. Лечить перхоть нужно комплексно. Сначала устраняют первопричину, приводящую к ее образованию. Это могут быть постоянные стрессовые ситуации, гормональный сбой, авитаминоз, резкая смена климата, неправильный обмен веществ. Поэтому человеку нужно сесть на диету, исключить нервные расстройства и стабилизировать гормональный фон при помощи медицинских препаратов. Одновременно с подобной терапией следует бороться с развитием грибка и отшелушить роговевшую дерму. Именно шампунь от перхоти Сульсена берется помочь вам в этом. Шампунь Сульсена действует в 4 направлениях, достигается цитостатический эффект, то есть налаживается работа сальных желез.
Кроме того, секрет не только выделяется в нужном количестве, но и уменьшается рост ороговевших клеток верхнего слоя дермы. Таким образом, перхоти становится намного меньше. Осуществляется фунгицидное воздействие, убивается грибок Пятероспорум, благополучно размножающийся на коже головы. Во-первых, ликвидируется сам грибок, во-вторых, уменьшение выделения секрета устраняет благоприятную микрофлору для развития микозов. Кератолитический эффект. Медики определили, что во время сибореи происходит отшелушивание клеток до потери ими влаги. Этот процесс приводит к раздражению кожных покровов, что сопровождается зудом, покраснениями и другими проблемами. Суспензия против перхоти ускоряет регенерацию кожи и устраняет воспалительные процессы. Происходит легкий пилинг ороговевших чешуек, что позволяет коже быстрее освободиться от накопившегося бремя в виде белых хлопьев. За счет этого улучшается доступ кислорода к фолликулам и волосы перестают активно выпадать. Сера, которая находится в составе сульфатов, оказывает благоприятное воздействие на волосяной фолликул, способствуя росту волос. Она не смывается даже после мытья, поэтому продолжает действовать на коже головы, оказывая свое лечебное воздействие. Средство показано при перхоти, дерматомикозах, чрезмерной жирности локонов, воспалительных процессах на коже головы, сопровождаемых зудом, лишае, жирной сибореи. Если вы предполагаете, что у вас развивается грибок, по поводу применения лучше посоветоваться с дерматологом или трихологом, поскольку дисульфид селена действует не на все виды микроорганизмов. В состав и преимущество основным компонентом средства Сульсена выступает дисульфид селена, который не только устраняет грибок, препятствуя его нормальному питанию, но и налаживает работу сальных желез, так сказать, борясь с первопричиной возникновения микозов. Другие компоненты, лауреосульфат, конечно же, не лучшее, что может быть в лечебном шампуне, но здесь он содержится в малых количествах. Предназначен для получения пены, салициловая и лимонная кислота, которые призваны сузить поры фолликул, что в дальнейшем обеспечит силы рост ваших локонов. Бензиловый спирт, хотя и является мощным антисептиком, все-таки относится к разряду консервантов, поэтому может пагубно отразиться на здоровье пользователя. Различные отдушки. Плюсы и минусы. Среди положительных сторон можно отметить невысокую стоимость, легкость в нанесении, целебный состав быстро пенится и достаточно просто смывается, устраняет не только грибок, но и подавляет синтез сибума, нормализуя работу сальных желез, улучшается внешний вид шевелюры, волосы меньше выпадают, уходит чрезмерный лоск, а локоны становятся мягкими и послушными. Быстрый эффект уже через 2 недели заметен положительный результат. Минусы – не очень приятный аромат, который способен задержаться на ваших локонах до 3 дней, убивает не все виды грибка. В качестве аналогов средства Сульсена можно воспользоваться кремом Skin Cap, серной мазью, шампунями Микозорал и Низорал на основе сильно действующего кетоконазола. Как нужно пользоваться, применять шампунь в борьбе с перхотью – одно удовольствие. Нужно запастись несколькими минутами свободного времени и строго следовать рекомендациям производителя. Инструкция по применению – смочите ваши локоны слегка теплой водой. Теперь распределите немного суспензии на волосистой части головы. Вспеньте ее. Аккуратно массажными движениями втирайте шампунь в кожу головы на протяжении 3-4 минут. Оставьте средство активироваться на голове примерно 11-12 минут, так советуют пользователи. Производитель же подобный пункт упускает. Смойте под обычной проточной водой. Курс лечения составляет 1-3 месяца в зависимости от стадии запущенности перхоти и полученного результата. Наносить целебную суспензию нужно каждые 3 дня. Этот шампунь можно с легкостью использовать для профилактики. Осуществляйте мытье головы при помощи лечебного шампуня Сульсена, чередуя с обычной процедурой мытья шевелюры. Использовать средство нужно раз в неделю, а превентивные меры проводить осенью или весной, когда ваш организм претерпевает существенные перестройки. Эффект от применения. Многие пользователи отмечают моментальный эффект. Те, у которых наблюдался сиборейный дерматит, утверждают, что уже после первой процедуры мытья головы исчезает неприятный зуд, вызывающий непреодолимое желание постоянно почесывать шевелюру. По истечении 2 недель количество перхоти уменьшается в 2 раза. Кроме того, наблюдается оживление волос. Они становятся мягкими на ощупь, излучают здоровый блеск и легко расчесываются. Таким образом, приобретать средство или нет, решать вам.
По отзывам пользователей, препарат достаточно прост в применении и оказывает положительный эффект. Но не всем подходит данная суспензия, ведь убивает она не каждый тип грибка. Именно поэтому лучше всего перед покупкой проконсультироваться с дерматологом, ведь причины перхоти могут крыться в нарушении работы отдельных органов и систем. Полезные видеолечебные шампуни от Сибории. Лучшие средства от перхоти.